сметает все на пути. Вот так и химик наш в атаку идет. Ребята все как один, и капитан впереди. Свою команду он к победе ведет. Свисток судьи расставил всех по местам, и грянул бой на 90 минут. Вершина славы зовет, наш химик первым дойдет. Удача — это награда за труд. Химик вперед! Химик, давай! Ты чемпион, верит в тебя весь город наш. Химик вперед! Дорогие горловчане, я рад присутствовать очередной раз здесь, на этом уютном стадионе. Я рад видеть ваши эмоции, ваши глаза и веру в победу. Я хочу наградить людей и поддержки, которые всегда с нами и всегда с командой. Благодарственное письмо за активное участие в общественной и спортивной жизни города Горловки и личный вклад в развитие футбольного клуба «Химик» в честь дня «Шахтера» награждается Шкуренко Дмитрий Владимирович. Борисович. Награждается Санталова Елена Романовна, победитель конкурса «Мисс Химик» 2016. Она постоянно с нами, постоянно на матчах. Поаплодируем и поддержим эту прекрасную, красивую девушку. Очень сложная борьба. Я хочу пригласить ребят, которые победили у нас. И было очень тяжело, потому что буквально каждый день то я впереди была, то она. Нужно было прислать им фотографию с каким-нибудь футбольным атрибутом. Я сфотографировалась с одного мероприятия с маленьким мальчиком, который у нас был большой молодчинка, футболист. Ему было всего 3 годика, а он уже чудесно играл в футбол и с мячиком. И много фотографий отсылала с нашими любимыми футболистами. Выбрали одну из моих фотографий. Я представляю гуманитарный батальон «Дорога добра». Я с ними сотрудничаю уже достаточно долго. Вообще люди очень хорошие, они нам помогают всем. Отправляют нас и отдыхать, и помогают гуманитарной помощью. Они готовят нас ко всему, они спасают на самом деле детей из-под обстрелов. Вот я сегодня приехала с лагеря, домой не заезжала, моментально на эту игру приехала, именно с лагеря, в который меня не отправляли. Спасибо им всем огромное, потому что на самом деле, вот когда мы были в лагере, очень сильно обстреливали, я живу на Глубокой, и реально спасли меня очень сильно от всех вот этих обстрелов. Счастлива. Я езжу на каждой игре, бываю с химиками, и на выездные, и здесь. Я их большой поклонник. Я просто обожаю эту команду, уверена, что сегодня в любом случае будет их победа. Первыми стать, как боги, будем играть. Победу с честью завоюем в бою. И не пугают нас ни травмы, ни боль. За нами Крым, и нам нельзя отступать. Соленый пот нам в глаза, а в них победный огонь. И химик рвется в атаку опять. Химик вперед! Химик, давай! Ты чемпион, верит в тебя весь город наш. Химик вперед! Родной, за Береков и за Севаш. Химик вперед! Химик, давай! Ты чемпион, верит в тебя весь город наш. Химик вперед! Химик, давай! За Крым родной, за Береков
и засеваш. Химик, вперед! Химик, давай! Ты чемпион, верит в тебя весь город наш. Химик, вперед! Химик, давай! За Крым родной, за Перекоп и за Сиваш. За Крым родной, за Перекоп и за Сиваш. За Крым родной, за Перекоп и за Сиваш. Владислав Мира, Мира с игрок команды «Химик». Да. Сегодня принимали домашнюю игру. Победу. Пожалуйста. Победа подойдите была на первом месте. Вся, «Химик», игра была очень тяжелая. С первых минут захватили инициативу. Победа. В середине игры получилось перехватить игру. Туда дальше забили гол. Стало чуть полегче. Второй тайм, конечно, вышли уже с одной целью. Только победа. Ну и благодаря вот этим всем болельщикам, что здесь, мы ее добыли. Игра была очень тяжелая. Скажи, какой этап чемпионата завершился сегодня? 12-й тур. Мы отставали на 4 очка от победы. А какое место в турнирной таблице сегодня? Мы на 2 очка отстаем от победы. Понятно. И минимум на 4 или 6 очей опережаем третье место. Когда состоится и с кем следующая игра? 7 числа дома мы будем принимать республику. Это будет первый полуфинальный матч. А 14-го будет ответная игра.